У нас сегодня свободная тема. Мы можем поднимать любые проблемы. Жесткие корейцы, запустившие ракету. Северная Корея проводит испытание ядерной бомбы. Впервые в истории северокорейские дети будут смотреть в будущее широко открытыми глазами. Здравствуйте. Счастья, здоровья молодым. Но сегодня не свадьба, а что, Вадим? А сегодня наша вторая игра в премьер-лиге. Ну это чтоб вы не думали, что мы не считаем. Следовательно, Вадим. Ну, мы опять подготовились. Ну, принято так в этом конкурсе. Итак, веселые номера. Да, Михаил? Да. Эра типового градостроительства. Сосед, ты меня топишь. У меня воды 5 месяцев нет. Как я могу тебя топить? Но мы же вообще-то в хрущевке живем. Здесь по-любому кто-то кого-то топит. В какой еще хрущевке? Что, не веришь, что в хрущевке? Пойдем на улицу, посмотрим. Вызывай лифт. Не работает. Ну, естественно, это ж хрущевка. Так здесь вообще лифта нет. Ну, конечно, это 5-этажная хрущевка. Здесь и лифта не должно быть. Ну а тогда зачем эта кнопка? Ну пойдем у лифтера спросим. Подожди,